Шоссе энтузиастов. Наверное, кто... российские технологии. Там тоже, наверное, кто... тумблер не до конца довели. 43.08. А, а переход тут вообще официального нету. Ну, видимо, да. Снипы были неполны. Почему по каналу Москва 24 не хвалится, что Москва это лидер по подземным переходам? Почему хвалится? Они же делают всякие диодные репортажи о том, как долго люди ждали подземного перехода на теплом стане. И вот наконец-то им перекрывают дорогу прямо в прямом эфире, чтобы они пошли в свой любимый подземный переход. Они, суки, продолжают перебегать. Да, то есть одновременно. Да, то есть они одновременно. Ждали, но все равно продолжают перебегать. Да, ждали, надеялись, но при этом продолжают перебегать по верху. Там это зал целый. Не что зал. Я его раньше не замечал. Вентиляшечка. Южные ворота. Проход к автобусам на посадку в автовокзал. Автовокзал Капотня. Сейчас что там этот щит с расписаниями остался? Да, должно быть. О, карту повесили. Специально убрали. Жаль. Ну, не, ну его в принципе никогда не было, но щит все время был. Да. Ну, правда, информацию о первом последнем поезде туда так не повесили. А, тут еще эскалатор есть, а я не знал. Ого. Там такой вход ведет с
узкой дверью. И вместе там дальше, правда, есть лифт. А вот в здании вокзала лифт нет. А, то есть там никак в Минске. Да, там в здании вокзала нет лифта, нет эскалатора. И только вот эта платформа дурацкая, я не знаю. Так, нам куда лучше? О, хей. Внезапно. Буквально. Да. Владимир меня обругал тетку турникетов. Мы купили билет на пригородный поезд под Машкой. Пошли через турникеты. Там все было, правда, открыто. Ребята все пошли через кабиточку. А я решил принципиально по билету. И он меня не сработал. Я вырубился, что тетка говорила. Я вот сейчас принципиально вам покажу, что это работает. Ну и как бы заработал через три раза. Я говорю, блин, ну билет дурацкий, плохо печатаете. Нет, вот у кого-то руки есть, того места растут. Неправильно. Неправильно. Пассажирит. Да, на что Чекмарёв заметил, что это уже второй раз, когда Тугунова в провинции, Тугунова объясняет, что он не умеет пользоваться общественным транспортом. Первый раз был в электричке Тверь-Бологое, когда мне объяснили, что я вообще попрал все возможные традиции, правила. Что купил билет на весь маршрут? Нет. Я просто стал, так как у нас было мало времени, мы садились в случае багажа, я стал рюкзаки перетаскивать все без разбору и класть их в какие-то места разные возле тамбура. Вот. А люди, они как бы решили, что это их места, начали на меня там восставать. Что это вообще за хрен, выскочка и так далее. Вот. И у нас с ними произошли беседы за жизнь.